стихи. Я Абдуслимова Джавид Кимьязовна, ученица 4 класса Хорецкой средней школы Магарамкентского района Республики Дагестан. Я Ахмед Мурат, ученик 4 класса Хорецкой средней образовательной школы Магарамкентского района Республики Дагестан. Мы сегодня покажем вам сценку из фильма «Шедшего вечера после войны». Ну вот, приводила я вас далеко, туча, ветер, пора возвращаться. Если бы знали, как нелегко, только встретишь, снова прощаться. Но мы ведь друг друга так мало знаем. И все-таки в сердце тревога, боль. Мы сегодня в поход выступаем, ровно 21:00. Все это странно услышать, пожалуй. Неясно, избивчива речь моя, угрубел ли в огне пожар. Сколько убитых я видел, тысячи. Ночью в бой отправляюсь снова, но чем сильнее война, тем чище, тем сильнее любовь моя. Война, никакие слова не помогут подарить мне что-нибудь на дорогу. Что же, разве платочек розовый откуда-то взялся в кармане моем? Или вот листок березовый, тронутым желтым осенним огнем? А может, просто такие слова буду помнить о вас, пока я буду жива? Варя, вы мне такие слова сказали, подарок сделали такой, как будто рану перевязали нежно ласковой рукой. Смешно же. Слова, может, мои смешны, но я думала о вас, как о невесте. Давайте вместе пробиваться сквозь пламя войны. Варя, вы? Я ваша невеста, так я и знала, дождик пошел. Варя, невеста моя родная, как хорошо, что мы встретились. Хорошо. Но как встретимся снова? Не знаю. А встретиться мы должны? В 6 часов вечера после войны. Точнее, осталась минута одна. Точнее, милый, не скажешь, война. Будь сильным, будь храбрым, жестоком в бою. За русскую землю сражайся. И помни, Москву